Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Ибрагим. Сегодня мы поговорим о Криперсе Криперсе 4. Смотрите, раздобыл я вот такие фото. Первое фото вот такое. Вот, то, что будет в фильме. Какая-то комната, и вот. Все тут сломано. Дальше идет вот грузовик. Вот такой вот. И вот. Дальше. Creepers Creepers Reborn будет называться фильм. Но это не точно, ребят. Дальше мы видим еще одну вот такую же картину. И точно такую же еще одну. И вот, ребят, смотрите, тут куклы. Фестиваль, тут все одеты. Вот. Вот еще. Вот. Вот еще. Вот еще. Это, наверное, будет погоня. Ну и вот еще. Дальше. Вот Creepers Creepers. Ну, а теперь сюжет. Сюжет данный неизвестен и может быть неправда, ребят. Так что не пишите в комментариях, это неправда или неправда. Мы знаем, что это неправда. Может быть это и правда. Давайте посмотрим. Хоррор-фестиваль в Луизиане. Или Пуизиане. Луизиане, я не знаю. Привлекает сотни гиков и сумасшедших фанатов ужасов со всей Америки. Среди них Чейз и его девушка Лейн, которая была вынуждена составить своему бойфренду компанию. Внезапно Лейн начинает одолевать жуткие и необъясненные предчувствия, связанные с прошлым и местной городской легендой с существом, известным как Крипер. Так, сейчас. Вот так вот. Дальше. К сожалению, Джонатан Брэк покидает роль Криперса Криперса. Ну, может быть, это тоже неправда. А играть будет Лекс Смит. Это боксер, атлет и боксер ММА. Короче, вот так вот. Может быть, это неправда. Мы еще не знаем. Узнаем, когда уже фильм выйдет. Дальше вот дизайн Криперса Криперса. Но мне не очень нравится его такой вид. Больше мне нравился, когда он был во втором и в первом. Да и в третьем тоже. А вот в четвертом он какой-то не такой. Дальше вот то, что мы видим. И, кстати, здесь есть пасхалка. Первое. Кукла Дэри из первой части. Дальше жертва, которую Дэри нашел в мешке. Вот. Дальше идет бабуля с дробовиком с первого части. Дальше идет полицейский. Ну, девушка полицейский. С первой той же части. Дальше второй полицейский с первой части тоже. Когда Криперс Криперс отрезал ему бошку. И дальше еще один полицейский, у которого забрали сердце. И вот грузовик. Зеленый. Ну вот. Зеленый такой. Кажется, как Пэкстон и говорил, грузовик может храниться под водой, пока в спячке. Крипер. Вот. Дальше вот. Лепки для Криперса Криперса. И, кстати, это лицо Джонатана Брэка. Как я буду скучать, если это не он будет играть его. Дальше его клинок. Ну и распятый Криперс Криперс из второй части. Ну и еще вот такой вот кадр, где Криперс Криперс летит и ломает стекло. И вот как это выглядит. Вот. Больше мне понравилась фотка вот эта.
где же спят их Jeepers Creepers. Может быть, фильм будет идти, когда из второй части вон тот дедуля, скажем так, поймал Джиперса Криперса и повесил его как распятого. А после он оживет Джиперс Криперс, ну, проснется и начнет свое кровавое путешествие вот в по вышеупомянутых фоток вот здесь, где он точно покромсает кого-то. А вы пишите ваши догадки, что же будет в фильме. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.